Доброе утро, ребята! Всем привет! Я позанималась, у меня была тренировочка. Вот, и сейчас хочу сделать шортс на своем бьюти-канале. Я туда выставляю, изредка, конечно, но все же. Выставляю всякие ролики, и тут мне нужна помощь Вани, потому что мы когда были на прогулке, мы снимали на вот эту вот камеру. И там нужно специальное приложение, чтобы вот это вот все вывести, все сделать. Вот, так что Ваня сейчас делает кофе. Я сейчас проходила мимо Аниной комнаты и увидела свою заколку. И хочу ее взять. Вот эту. Ой, ой, сорян. Камере не понравилось то, что я ее так поставила. Так, сейчас эту заколочку здесь положу у себя. Вот так. Вот теперь можно идти вниз. Я вот еще думаю, может, фоточки поменять. Вот здесь вот у нас в коридоре. Мне так нравится этот ринкон по-испански. Такой уголок. Да, вот тут красиво. Здесь у меня цветочки. Видите, стоят. Я вот думаю, может, какие-то новые фотографии сделать и новые фотки повесить. Тут прям уже Анюточка совсем маленькая. Ну, такая хорошенькая. Еще совсем волосиков нет. Надо Сандоры, вот эти все юбки забрать. Она будет сейчас ходить у них, потому что Анюта сейчас, конечно, только платье, только... Она обожает фатин просто. Если она... Я ей даю право выбора, открываю шкаф, и она все время выбирает с фатином. Ну, с фатином, блин, ходить... Сад такой себе. Так что надо эти юбки привезти, и вот будем ходить в юбках. Так, все, еду. А еще я варю кукурузу. Вот, кукурузка. Вчера мы так с детьми хорошо навернули. Вот, так что я варю следующую партию. И вот в двух кастрюльках, потому что я не знаю, почему я не взяла одну большую кастрюлю. Я не знаю. Это все брызгается, потом протру плиту. Ну, варится. Какая вот красота. Я обожаю, как пахнет вареная кукурузка. Просто сказка. Ребят, мы как-то купили, вернее, даже не мы, родители купили дыню в Бонарее. И она была такая вкусная, сладкая, что я такой думаю, надо еще купить. Надеюсь, что это с той же партии будет тоже вкусно. Это и все, сейчас еду забирать детей. Ребята, смотрите, какой Ванюша себе тут халабуду домик. Домик построил. У него даже тут картина есть. Музыка, крошки, планшет для рисования. Да. О, что ты? Булку увидела. Булка моя. Ты будешь есть булку? Да. В смысле, но это круассан, это булка. Круассан! Не булка, круассан! Не Ванюша, ты своими... Ой! Огонь! Анют, поделишься? Можно укусить, пожалуйста? Да. Пожалуйста. Она. Ну, чуть-чуть маме. Мама чуть-чуть попробует круассан. Ты что такая милая? Это же вообще... Ну, это не я. Анют, можно я попробую? Чуть-чуть, пожалуйста. Мама так хочет попробовать круассан. Вообще-то это мне купили круассан, Аня. Нет. Мам, там тебе есть круассан. А, есть? Да, там два. Да, они соленые, я думала, что сладкие. В смысле они соленые? В смысле круассаны? Ну тогда кофе надо с круассаном. А? Кофе надо с круассаном. Опять? Да? Что? Твой круассанчик, смотри. Дочка, ешь, наслаждайся. 2:30, 11:12, машина. Да вы посмотрите, сколько счастья у ребенка от этих машин. Они спираются на машине, твоей машинке в гараже. Да. Ваня, да. Каждый день по одной ему дает. Ну тебе же нравится, что по одной? Да. Лучше, чем сразу все? Да. Так интересно, да? В общем, была целая дыня. Та-дам! Вкусная сладкая дыня, поэтому все
Ее раз пробовали, половину дыни уже съели. Реально, сколько вот мы живем в Испании, очень редко ты можешь купить хорошую, вкусную, сладкую дыню. Чаще всего это покупаешь, она просто как трава. Не сладкая, не какая. Ну, сладкая только, вы знаете, вот где вот эти семечки в сердцевине. А дальше все невозможно есть. Это вот мы вторую покупаем, вторая вкусная. Так, классно. Сейчас Катя там с детьми в прятки играет. А я решил делать кофейку. И попью сейчас кофе. Давно мы не пили. Ой-ой-ой. Будем сейчас пить кофеечку. Ты в шкаф залез. А где Аня? Где? Тык-тык-тык-тык-тык. Ку-ку! Где же спрятались мои дети? Что-то мне их совсем не видно. Та-дам! А я там! Зачем ты сразу Аню-то сдаешь? Ку-ку! Еще раз! Еще раз! Еще раз? Ну, давайте еще раз. Муж пришел с кофе, я ищу детей. Ты их не найдешь. Они слишком как-то спрятали. Ванюша! Аня! Аня, давай Аню! Ку-ку! Где же детки спрятались? Где они? Интересно, чьи это ножки торчат? Еще раз. А вы что только беспорядок здесь устроили? Тут же была красота. Красотища. Здесь? Дверь хлопнула. Кто там спрятался? Ничего себе ты залез! Ванюш, сюда, ой, как это опасно. Я прыгнул бы. Аню, я здесь не нашел. Зачем ты сказал, где она? Я же еще, а не ты. Аня, какое классное место ты нашла. Давай еще раз. А это она вытащила? Да. Это там было? Да. Ты это вытащила и спряталась там? Аня. Давай еще раз. Нет, это не там было. Да, Ваня там был, да, он дверь шевелил. Аня. Ну давайте, прячьтесь, я пошел. Ой, интересно, где Аня? Еще раз. Давайте еще раз. Давайте, теперь мы тут, а вы прячетесь. Да, мы здесь будем считать, а вы прячетесь где-то в другом месте. Ой, ребят, я сегодня хотела разложить опять вот все подушки по всем там, вот у нас диван, там вот качеля, но смотрите, какое у нас небо. Я решила пока этого не делать, потому что, как назло, пойдет опять дождь. Вот, еще мы с Ваней сегодня здесь подстригли наши пальмы. Смотрите, как восстановилась вот эта вот пальмочка, которая была такая желтенькая, бедненькая, несчастненькая. Смотрите, уже 4 листочка. Свежие, зеленые, красивые. Так, мы тут тоже все пообрезали. Я там видео насмотрелась. У нас везде стрелы. Здесь стрела, новый листочек идет. Вот здесь стрела, новый листочек. Вот
стрела, но она уже раскрывается, тоже новый листочек раскрывается. И вот в этой пальме тоже пошли новые стрелы. Видите, вот сколько? Вот это вот все, вот это, это все новенькое. Это вот только-только вылезло. Так что хорошо здесь растения. Мы думаем здесь потом корой. Мы еще пару мешков земли хотим с всякими удобрениями как бы разложить и потом закрыть это все корой. Вот такой вот план. Ну супер. Я рада, что с растениями все замечательно, все растет. И также сегодня еще пересадила вот это растение. Мы на зиму, осень, зима, когда начнется уже ветра и более низкая температура, будем заносить домой. И это растение, которое там у нас два же таких, будет у нас дома в зале стоять. Вот поэтому мы сейчас в дом никаких растений не покупаем, потому что вот планируем, что вот эти растения будут украшать нас в доме зимой. Да, и там ранней весной, пока, в общем-то, не потеплеет. Красота вот такая вот. И еще, ну, сегодня хочу поделиться с вами своими растениями. И еще смотрите, как хорошо тоже вот это вот растет. Пальма тоже просто молниеносно. Прям быстро-быстро начала расти. Можно даже старые влоги вот до начала весны посмотреть, сколько там было этих листьев. Сейчас смотрите, сколько. Что такими темпами вырастет скоро большая. Нужно будет думать, где она у нас будет расти, когда мы ее пересадим. Ой, блин, вы гляньте на стекло. Я сегодня это увидела, но еще не дошла до того, чтобы это все помыть. Че, Ваня что-то взял, что-то намочил и решил помыть окно. И смотрите, так вот он вел, сюда. Вообще, в принципе, стекла чистые, я же все мыла. И вот нужно будет мыть снова. И вот эти пальмы, вот это вот все нужно будет обрезать, потому что как только это все поспеет, одну секунду, Ванюш, это все будет падать. И на вот эти плоды приходит очень много вот таких гигантских муравьев. Так что тоже нужно будет этим заняться. Неудобно, потому что колючая эта пальма. Вон там вот много плодов. Вот здесь вот, соответственно, все нужно будет посрезать. В общем, тоже, да, нужно будет этим заняться. Анюта, Аня, пошли спать? А чё лоб красный? Ты чё, ударилась, дочь? Об стену. Моя девочка, иди ко мне, я тебя пожалею, ласточка моя. А ты как, Ваня, как твои ноги? Нормально? Нормально. Ой, кошмар, дети. Ребята, у нас уже 11:30 ночи, Катюшка пошла спать, а я договорился сегодня поиграть ночью в FIFA, буквально, не знаю, там пару каток сыграть, потому что я не знаю, мы после того, как вернули с Андорры, я PlayStation ни разу не включал, хотя я и привез. Но все просто стоит, пылится, я даже наушники забыл, не знаю, как я сейчас буду играть без наушников, потому что, ну, обычно разговариваем, вот не знаю, он работает вообще, можно ли там в чате говорить или нет без наушников, не помню, но я думаю, что можно. Вот, так что сейчас смонтирую ложек, сыграю и тоже пойду в вкладки. Так что, ребят, увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Пока-пока.